Ребята, посмотрите, какой красивый домик. А живет в этом домике кукла Маша. Но она так плачет, она расстроилась. Посмотрите, у нее были красивые бусы, и они рассыпались. Что же нам делать, чтобы помочь нашей Машеньке? Давайте отвайте вот так щемим и вот так повесим. Соберем бусики, да. Маша. Совершенно с вами согласна. Ну, соберем. Бусинка к бусинке, аккуратно по одной на ниточку. Девочки приступают к заданию. Так малыши повторяют название цветов, тренируют свои пальчики, воспитывают усидчивость, что важно для трехлетнего ребенка. В дружной компании время летит незаметно. Такой кружок появился в 42-м детском саду прошлой осенью. Благодаря поддержке компании «Metal Invest» и грантовому конкурсу «Здоровый ребенок» в нашем дошкольном образовательном учреждении с сентября 2018 года реализуется проект по повышению уровня развития мелкой моторики воспитанников посредством создания центра. У нас разработан график раз в неделю, по 10 человек, по подгруппке. Занимаются здесь специалистами. То есть у нас здесь занимается и педагог-психолог, и музыкальный руководитель. Они совместно строят свои занятия. Нарисовать удивительную историю и устроить целый песочный театр помогает специальный планшет. Сегодня ребята оживляют путешествие колобка. Центр недаром назван познавайкой. Мальчики и девочки здесь, в игровой форме, знакомятся с окружающим миром, учатся дружить, придумывать свои сказки. С помощью развивающих пособий и с поддержкой педагогов начинают изучать цифры и буквы. Общение в уютной обстановке раскрепощает малышей. Ну, во-первых, они приходили друг друга и стеснялись, то есть у них общение не такое было. Сейчас они общаются, как будто вот они вот одна семья. Ну и речь, естественно, развивается очень хорошо. Работают наши пальчики, ну и развивают познавательную активность, память, мышление. Дети с удовольствием самостоятельно работают. Моя дочь Василиса начала посещать занятия полгода назад. И я заметила существенные изменения в ее развитии. Она стала больше, ну, даже общаться с детьми, речь развита хорошо у нее стала, моторика. Она любит собирать вот пазлы, с кубиками работать, прям очень изменилась. Дружеская и комфортная атмосфера, сверстники, друзья и внимательные, добрые наставники. В центре «Познавайка» все составляющие для счастливого и активного детства есть.